Сегодня на улице очень холодно. А в клубе «Матрица» очень жарко, ведь сегодня его день рождения. С поздравлением приехали горячие краснодарские парни из группы «Триада». Группа существует 10 лет. Состав ее несколько раз менялся. Но в итоге остались «Негатив» Владимир и Дина Алексей. Молодые люди уже не впервые в нашем городе. В прошлый раз они были приятно удивлены тем, что в клубе собралось много людей. Люди подпевали, знали слова многих наших треков. Понятно было, что многие из них пришли действительно на нас. Удивлены были, потому что не всегда... Даже в больших городах удается собрать много людей, а здесь удалось. Для тех, кто парит на отвесной, когда любая помощь бесполезна, это как гулять по отдаленному лесу. Простая история одной болезни. Многие пришли поздравить клуб с днем рождения. Несмотря на то, что заведение потеряло часть помещения, дискомфорта в связи с нехваткой места не ощущалось. Праздник прошел, а специальные гости поздравили «Матрицу». Желаем клубу долгих лет жизни, а людям счастья, мира и добра, а городу процветания. Дружинина, Валентин Соколов, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ.